Всем привет. Меня зовут Тимофей, и у меня есть проблема. Мне трудно сознаться в этом, тяжело с этим жить. И да, я люблю React, но не люблю его lifecycle методы. Мне очень сложно с ними работать. Мне не нравится то, что для одних и тех же кейсов можно использовать разные методы. Это меня все время путает. Я постоянно не понимаю, почему мой компонент выглядит не так, как я ожидаю в didMount до резолва последнего промиса. Или почему компонент реагирует неправильно или вообще не реагирует на какие-то свойства, которые приходят в willReceiveProps. Мне сложно понимать, что происходит в чужих компонентах, если там используются lifecycle методы. Мне сложно находить ошибки в компонентах с lifecycle методами и сложно исправлять эти ошибки. В общем, хватит это терпеть. Сегодня я расскажу, в каких случаях мы можем не использовать lifecycle методы, как это делать, и, возможно, мир вокруг станет чуть более совершенным. И я надеюсь, что не только для меня. Вначале я хочу рассказать о двух методах, для которых паттерн, который мы здесь будем использовать, не подходит. Но раз уж мы говорим здесь о том, как нам не использовать lifecycle методы, стоит их упомянуть. Сначала should-update. Он помогает нам избавиться от лишних ререндеров. К нему у меня нет претензий, потому что у него своя ниша. В нем вы не сетите state, вы не делаете в нем AJAX-запросов, и вообще вы его очень редко пишете. Как от него избавиться? Есть pure компонент. В нем реализован should update с неглубоким сравнением. В коннекте React Redux есть тоже свой should update, который работает по умолчанию так же, как в pure компоненте. И observer в MobX тоже вам поможет, и его реализация этого метода более интеллектуальная. Там он следит за всеми активными свойствами, которые влияют на рендер. Идем дальше. Компонент willMount. Он вызывается до первого рендера компонента. Возможно, вы когда-то это делали. Возможно, вы видели, как это делает кто-то другой. Не стоит стесняться, я тоже когда-то это делал. Не делайте AJAX-запросы в этом методе. Не сетьте в нем state. Так делать не нужно. Если resolve promise в этом методе произойдет до того, как компонент будет монтирован, setState отработать не сможет правильно, и React будет недоволен. Вообще этот метод практически вам никогда не нужен. Но один раз на 100 компонентов или, может быть, даже на большее количество вам нужно проинициализировать какое-то внешнее API. Допустим, вы хотите работать с Firebase и хотите в рантайме проинициализировать это. Тогда в каком-нибудь рутовом компоненте вы сделаете это и будете работать там, с тем API, которое вам нужно. Например, Sentry и все что угодно. Как избавиться? Обычно этот компонент нам не нужен, и почти всегда, когда он у вас написан, вместо него можно использовать компонент didMount. Переходим к моей основной боли. Компонент didMount. Он даже был вынесен в заголовок этой презентации.
компонент didMount и его друзья willReceiveProps, willUpdate и didUpdate. Компонент didMount. Он вызывается после первого рендера компонента, и здесь мы обычно делаем то, что нельзя делать в willMount. willReceiveProps. Он вызывается при получении новых свойств, и мы его не вызываем, он не вызывается перед первым рендером. Здесь мы обычно реагируем на изменение свойств. Об этих двух методах подробно я говорить не буду, но кейсы их применения частично пересекаются с willReceiveProps, при этом в том паттерне, о котором я буду говорить, они полностью пересекаются. Поэтому, когда я буду говорить про willReceiveProps, считайте, что я говорю и про эти два метода тоже. И перед тем, как мы приступим к основной части, небольшой дисклеймер. Все эти методы нужны. У них есть свои ниши, есть свои применения, когда без них невозможно обойтись. Допустим, вам нужно навесить какие-то обработчики, и вы используете для этого didMount. Это нормально. Допустим, вам нужно манипулировать домом, и вы делаете это в didUpdate. Это тоже окей. В общем, разобрались. А обычно в lifecycle методах вы делаете что-нибудь из вот этого списка. Обычно вы там сетите state. Очень часто вы там делаете какие-то вычисления и хотите их закэшировать и сетите state. Или вы делаете AJAX-запросы и сетите state. Вот об этом мы поговорим подробнее. Возьмем пример обычного компонента. Что здесь происходит? Мы отображаем логотип Moscow.js, loader, выводим температуру и результат сложных вычислений. В компонент didMount мы делаем эти сложные вычисления с этим state, с этими вычислениями, и говорим, что началась загрузка. После этого мы делаем AJAX-запрос и сетим в state по завершению AJAX-запроса, что загрузка закончилась, и мы получили такую-то температуру и записываем ее в state. Этот компонент, ну, обычный компонент, я такие пишу. Наверное, многие из вас их тоже пишут, такие компоненты пишут, но это ограниченный компонент. Он существует в каком-то определенном пространстве, в котором он не может получить новый город. Видите, у нас написан только компонент didMount. Этот компонент не универсальный. Если родитель этого компонента не передаст сразу правильный, нужный props ему, то этот компонент правильно работать не будет. Если он захочет изменить свойства, то этот компонент тоже нам не подойдет. Или бывает другой вариант компонента. Здесь все то же самое, только в компонент willReceiveProps происходит то, что раньше происходило в didMount. Разницы практически нет. Да, и этот компонент такой же не универсальный. То есть он у нас всегда ожидает, что будут приходить новые пропсы, что после первого рендера точно придет правильный пропс. И как он будет получать, он его не знает. Вот. Но он этого ожидает. Иначе он нам отобразит только логотип Moscow.js и ничего больше. В общем, такие компоненты я не очень люблю. И они не только сами не универсальные, они еще заставляют их родителей, компоненты, которые будут использовать все эти компоненты, они их ограничивают. Они задают там… То есть… Эти родители тоже должны знать, что компонент, который он сейчас использует, там, допустим, я не могу сделать AJAX-запрос и
и отложено поставить туда props. Мне нужно дождаться получения резолва AJAX запроса и только после этого инициализировать компонент, как, ну, как было бы в этом случае. Давайте сделаем компонент более универсальным, чтобы, потому что паттерн, который у меня будет дальше, он тоже про универсальные компоненты. И чтобы мы могли сравнивать одно с другим. Да, такой компонент можно использовать уже где угодно в проекте. У него нет ограничений, но с ним тоже есть проблемы. Здесь лишние разы сетятся стейты, точно происходят лишние вычисления, лишние запросы, после которых тоже лишние сет-стейты. И все это приводит к лишним рендерам. Да, кроме этого, в двух методах здесь написан практически идентичный код. И это тоже не очень хорошо. Может быть, мы можем избавиться от дублирования? Да, все мы умеем избавляться от дублирования кода. Мы берем идентичный код, переносим его в отдельный метод и используем этот метод. А может быть, есть решение какое-то получше? Давайте посмотрим на последовательность запуска lifecycle методов при монтировании компонента и обновлении компонента. Кстати, тут можно заметить, что наш компонент стал универсальным, когда мы написали один метод в последовательности монтирования и один метод в обновлении. Но при этом у этих двух списков есть что-то общее. Да, у них есть один общий метод. У них есть метод render. Может быть, попробуем перенести все в render? Да, я знаю, что это плохая идея, но давайте посмотрим, что получится. Все действительно очень плохо. В рендере нельзя делать set-стейты, они приводят к бесконечным ререндерам, и наш компонент не работает. Давайте попробуем это исправить. С первым set-стейтом все достаточно легко. Мы можем его просто убрать, потому что нам достаточно будет локальных переменных в рендере. Со вторым set-стейтом сложнее, но мы можем заменить его и то, что было перед ним, какой-то утилитой, которая не будет делать повторных запросов, не будет делать лишних сет-стейтов. И будет кэшировать свой результат. И если в кэше есть результат какого-то запроса, он будет просто возвращаться к нам в метод. Например, это может быть какая-нибудь подобная утилита. Скорее всего, в вашем проекте такие уже написаны. Если у вас MobX или Redux, то эта утилита может работать с глобальным стейтом. И компонент у нас будет вот таким уже. Гораздо лучше, он уже работает. Нет лишних запросов. Осталась одна проблема с вычислениями. Да, здесь при каждом рендере происходят повторные вычисления, даже если город у нас, который пришел в пропсах, не изменился. Тут мы можем использовать приблизительно такой же подход, как мы использовали до этого. Тоже закэшируем результаты и будем использовать результаты из кэша, когда они есть. Получится, да, для этого у нас много вариантов. Мы можем просто использовать мемоизацию из Lodash, какую-то другую библиотеку. Возможно, вам помогут Computed из MobX. Или если у вас Redux, возможно, вам поможет Reselect. И если это действительно какие-то сложные вычисления, то, возможно, стоит их делать в отдельном трейде с воркерами.
Кстати, про воркеры. Во второй части будет классный доклад у Полины. Послушайте его, будет интересно. Итак, что у нас получилось после того, как мы написали такую классную вторую утилиту? У нас получился такой компонент. При этом, если у нас есть MobX или Redux, то у нас вообще получился функциональный компонент. А теперь сравним с тем, что у нас было. Разница не только в размере шрифта. И, кстати, разница была бы еще больше, если бы в lifecycle методах происходили какие-то более сложные вычисления, если бы у нас что-то выполнялось бы последовательно, если бы у нас были бы параллельные запросы, тогда вы заметили бы разницу еще больше. Что у нас произошло вообще? Мы избавились от lifecycle методов. Там, где вопросы, мы использовали две утилиты, которые, скорее всего, и так есть у вас в проекте или очень похожие. И, кажется, получили профит. В чем профит? Меньше кода. Да, это мы заметили. Даже если сравнивать с неуниверсальными компонентами, здесь значительно меньше кода. Нет дублирования. Все в одном методе, и теперь даже я понимаю, что происходит в компоненте, который написан таким образом. Нет асинхронности. Тут можно даже сказать, что у нас поменялась философия работы компонента, потому что раньше в lifecycle методах мы говорили: сходи туда, получи то, после результата сохрани это сюда. И в рендере как-то работали с результатом. Сейчас у нас все по-другому. Мы в рендере говорим: меня интересует результат такого-то запроса или результат таких-то вычислений с такими-то параметрами. Если они есть, мы просто их отображаем. Если у нас их нет, мы как-то это обрабатываем. При этом наш компонент подписан, получается, на изменения, и если их сначала не было, а потом произошел resolve промиса, и у нас что-то записалось в state, наш компонент обновится, произойдет ререндер, и та же самая утилита вернет нам уже правильный результат, и мы отобразим то, что нужно. Такой подход работает и с setState, и с MobX, и с Redux. Компонент получается сам собой универсальным, даже если вы этого не хотели. Такие компоненты гораздо легче тестировать. Подобный подход мы используем, наверное, почти год. У нас с ним не было никаких проблем. Попробуйте его тоже. И пишите меньше lifecycle методов. Тут мои соцсети. Подписывайтесь, лайкайте. В ссылке я добавил выступление Майкла Вистрата, автора MobX. Он на React Amsterdam рассказывал, как отделять UI от state, и его же статью про компонент WillMount. Мне его подходы не очень зашли, но как-то подтолкнули меня к идее этого доклада. Спасибо.